Качелью мягкое покрытие на одной из ступеней неизвестной оторвали в читинском сквере Гагаринский меньше, чем через месяц после его открытия. Сквер построили по национальному проекту «Жилье и городская среда» больше, чем за 26 миллионов. Сквер Гагаринский торжественно открыли 16 сентября. Мужчина с тростью повредил резиновое покрытие в день открытия. Чтобы облагородить территорию, активисты высадили там 76 зеленых кустов. Сквер занимает больше 5500 квадратных метров. Площадь тротуарной плитки по проекту должна составлять больше 1500 квадратных метров. Резиновое покрытие площадок 775 квадратов. Подозеленение подпадет без малого 3000 квадратных метров площадки.